Как сообщает на своем сайте областное управление МВД, 24 июля во всех городах и районах Тамбовской области пройдут массовые проверки водителей на предмет пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В Рассказовой районе экипажи ДПС будут патрулировать улицы с 22 часов вечера до часу ночи. В прошлом году на территории Тамбовской области было зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей, в которых 22 человека погибли и 111 получили ранения различной степени тяжести. Одни из задач, стоящих перед сотрудниками ГИБДД, это регулярная профилактика дорожно-транспортного травматизма, пресечение фактов управления автомобилем в пьяном виде. С этой целью в городе и районе проводятся рейды, которые помогают сотрудникам ДПС выявлять и наказывать нарушителей. 24 июля в пятницу сотрудники ГАИ будут патрулировать улицы нашего города с 22 часов вечера. Участие примут 4 патрульных автомобиля. С начала этого года уже составлены десятки протоколов на водителей, которые ездили пьяными. Однако автовладельцы продолжают садиться за руль, приняв алкоголь. Если вам стало известно о выезде или движении нетрезвого водителя на транспортном средстве, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 920 236 11 11 или 02.